Кайл Снайдер, чемпион Олимпийских игр, сразился с учеником Абдулрашида Садулаева, ученика зовут Ахмед Тажудинов. Снайдер, видимо, недооценил молодого 20-летнего соперника и сразу полетел на него, за что почти моментально поплатился. Ахмед же уже забирает 6-е очко у трехкратного чемпиона мира налегке. Кайл в очередной раз бросается в атаку, но все безуспешно. Тажудинов показывает красоту борьбы и заканчивает схватку со счетом 11-0. Ну а теперь учитель против ученика. Вы посмотрите на фото около 10-летней давности. Садулаев – двукратный олимпийский чемпион по борьбе, но ученику не мешает это успешно бороть тренера. Сначала он разгромил Снайдера, а сейчас планирует разобраться с гораздо опытным соперником. В оправдание Садулаеву можно сказать, что он выходил с травмой, но в любом случае это не уменьшает заслуги Тажудинова. Он, конечно, сейчас на высоте. Он разгромил двух олимпийских чемпионов со счетом 20-2.